Добрый вечер, я рада приветствовать вас на территории Свободы. Меня зовут Лилия Бураковская, и сегодня мой гость, председатель партии «Сила народа» Руслан Кадрян. Добрый вечер, господин Кадрян. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Пропали, вот совсем пропали. Где вы? Чем вы занимаетесь? Наверное, не искали. Все там же, все в городе, работаем, строим партию, расширяемся, решаем вопросы. Не могу сказать, что очень политический, потому что новый в этом процессе, мы только новый политический стартап, как мы любим себя называть. Собираем команду, разговариваем с людьми не только в Кишиневе, и по районам, и по селам. Обычным делом, которым мы занимаемся уже почти год, но как новое формирование, это для нас, не знаю, если принципиально новый подход, но все-таки что-то новое. А что такое новый политический стартап? Чем оно будет отличаться от привычных нам партий? Наверное, почему мы любим называть себя как стартап, потому что мы начали с маленькой команды, с некоторых конкретных и четких приоритетов, и расширяемся, то есть не как классические партии, у которых есть организации, офисы, машины, бюджетные деньги. Мы только в начале пути, где и некоторые идеи мы тестируем, некоторые, не то что заявления, а месседжи, тестируем, как они, то есть разговаривая с людьми. Стараемся как-то уйти от всего, что касается идеологий и от векторов. Трудно объяснить вот людям про идеологию. Мы даже разговаривали с некоторыми классическими партиями, которые спрашивают, первый вопрос это, вы по какой стороне, по правой или по левой, или вы по центру? То есть объяснить, что мы там, где проблема, люди не понимают. Вот я даже подождите, у нас проблемы везде. Вы везде? Вот правильно. И когда мы даже разговаривали с некоторыми коллегами из Американского института, они говорят, что не бывает так, что вот нету какой-то четкой идеологии. И мы стараемся объяснить, что там, где вот есть леса и вырубка лесов, это консервативно, это больше по-левому. То есть по левой идеологии, консервативной идеологии. Там, где мы разговариваем о маленьком бизнесе и о конкуренции, это уже по правой стороне. То есть я не думаю, что все, что есть и на рынке Молдовы сейчас, как и доктрина, и как идеология, есть правые или четко обозначенные левые партии. Это было больше исторически и традиционно так сложилось, потому что кому-то было очень удобно дивизировать или разделять по принципу левый или правый, или нет, с Россией, или с Европой. Нет, у нас разделяют по принципу, против кого дружите. У нас не разделяют по принципу идеологии, это совершенно разные вещи. У нас разделяют, если ты дружишь с Москвой, значит, ты против Европейского Союза и с Америки. А если ты дружишь с Брюсселем, то значит, ты против Москвы. У нас никак не могут люди... И никто не смотрит, что там в программе политической, потому что в программе политической могут быть обозначены проблемы, которые касаются и левых партий, то есть по идеологии, да, то, что я сказал, вот вырубки лесов. Это чисто консервативный подход партий, которые говорят, что леса должны быть национальными, леса должны быть... не должны продаваться, не должны сдаваться в аренду, то есть государство держит леса под контролем. У нас есть правые партии, у которых это четко обозначено, есть левые партии, у которых это вообще не разговаривается. То есть, опять же, идеологического подхода, я не думаю, что он есть. А прагматический подход? У нас объявлено, что 11 июля состоятся выборы. Вы на эту тему молчите. Молчим. Вы в выборах будете участвовать или будете дальше продолжать молчать? Спасибо за вопрос. Мы приняли решение участвовать в этих выборах. Мы это еще не объявили, да, потому что у нас есть некоторые коллеги, которые говорят, давайте объявим. Но за этим объявлением должны последовать какие-то уже следующие шаги. Да? То есть не можешь опять же объявить, а потом опять молчишь. И как-то у нас вы уже считаете, что вы объявили уже. Завтра будет новость. Партия Руслана Кадряна будет участвовать в выборах. Да, наш национальный совет, или как он называется, консилиум национал политик, национальный политический совет, да, 14 голосами проголосовал за. У меня позиция была против. И мы будем участвовать в этих выборах. Как я говорил, что после этого объявления должны последовать некоторые шаги. У нас вот даже только сегодня появилась страница в Фейсбуке, потому что все, что касается нашей активности и нашей маленькой команды, это держится на волонтерстве. Поэтому и некоторые вещи, они как-то
трудно делается, когда это держится на волонтерстве. А как вы собираетесь участвовать в выборах, если вы, будучи лидером политического формирования, были против того, чтобы принимать участие в выборах? Ну, я был скептически относился к этому, потому что у нас был какой-то процесс создания партии. Процесс, который основывается на, во-первых, на людях и вовлечение всех в этот процесс. Моя позиция была более скептически, если мы, как новая политическая партия, которая сформировалась в марте, готовы идти на эти выборы, после чего мы все обсудили честно и очень честно, кто чем может помочь и сколько времени есть, чтобы быть вовлечены в этот процесс. То есть были и доводы и про, и против. Были люди, которые воздержались голосовать. Но я понимаю все доводы моих коллег, что как новое политическое формирование, это не наша битва. И мы сразу согласились с тем, что это не наша битва. Мы не сформировались, я это четко сказал, когда участвовал в других программах для этих выборов. Но есть проблемы, которые мы подняли их 2 года назад. И мы хотим, чтобы эти проблемы и дальше были не только обсуждены в Фейсбуке или за чашкой чая, но чтобы они составляли агенду политическую, повестку дня и парламента, и правительства, и так далее. И мы для этого и мы будем бороться. То есть вы хотите сказать, что ваше политическое формирование – это как раз та партия, в которой абсолютный демократический централизм. То есть, несмотря на то, что лично вы скептически относились и не приветствовали эту идею, но если большинство приняло решение, что вы будете принимать участие в выборах, то вы будете принимать участие в выборах. Мы будем принимать участие в этих выборах, хотя мы очень осознанно идем на этот шаг, принимая во внимание все риски, они риски, конечно, есть, потому что, как я уже сказал, все основывается на волонтерстве. Но есть и плюсы, есть и минусы. И то, что если есть демократическое, нет, потому что, как вам сказать, когда это не держится на одном человеке, а в этот процесс, как выборы, у нас нет опыта участия в выборах, это будет первый наш шаг к этому процессу, то тогда трудно поставить на весы за и против, потому что это только теоретически. То есть опыта практического у нас нет участия в выборах. Но вы принимали участие в выборах местных? В муниципальном совете в 2015 году, но не как руководитель, то есть как более или менее исполняющий. То есть я, наверное, единственный человек, который принимал вообще участие в выборах каких-либо. Из всей ваших... Почему? У вас есть там, насколько я помню, господин Стратулат? Да, и Михай Стратулат, который участвовал, да, по одномандатному округу. Да. И это все. То есть здесь заканчивается весь наш политический опыт. А вы понимаете, что вас будут называть партия-сателлит? В том числе, господин Кадырян, потому что до сих пор есть вопросы... Мы с вами на эту тему неоднократно разговаривали. На этих выборах вам их припомнят еще раз. Как вас назначили исполняющим обязанности генеральным примаром и пытались связать с господином Плохотняком в этой связи. И то, что еще в дополнение Михай Стратулат баллотировался по одномандатному округу от ДПМ. То есть, понятное дело, что вас будут называть очередным спойлером от господина Плохотняка. Не соглашусь с тем, что будут. Уже называют и называли. То есть, мы это проходили и... Я очень рад, что, будучи исполняющим обязанности в мэрии Кишинева, нет ничего другого, кроме как спекуляции, как я попал в мэрию, потому что мы с самого начала с вами обозначили, что в 2015 году я вошел в мэрию голосами 33 тысяч человек из Кишинева, которые проголосовали за Руслана Кадыряна и команда, которая была тогда. И так мы вошли в муниципальный совет тогда. И, будучи уже вице-мэром, я просто исполнял обязанности. Но про то, что Михай Стратулат, я знаю очень много депутатов сегодня, которые в парламенте, которые тоже были по одномандатным. То есть здесь я не вижу вообще никакой проблемы. Потому что когда человек идет решать конкретную проблему, это не значит, что сейчас все, сколько, 500 мэров? Или... Подождите, в 2019 году, когда у нас были выборы, да, господин Стратулат не мог не знать всего того, что говорили о господине Плохотняке последние 3 года до выборов. С этим совершенно согласен. И он был председателем демократической партии, Влад Плохотнюк. Поэтому, когда господин Стратулат дает согласие быть кандидатом от партии, председателем которой являлся Влад Плохотнюк, он взял на себя все издержки этого согласия. Ну, если у него есть сожаление по этому поводу, вы можете его спросить. Потому что мы, когда разговаривали, да, он сожалеет о том, что он участвовал тогда в этих выборах. Но
Михаил Сартулат, во-первых, не политик, а самый лучший педиатр. И было обозначено это в 2019 году. Человек, через которого прошли тысячи маленьких детей, которых он консультировал, и родителей, и детей, пап, и мам. И Михаил Сартулат тот человек, который был за свои деньги во всех районах Молдовы, чтобы консультировать и давать консультации бесплатно родителям, у которых есть вопросы, как вырастить ребенка. То есть вот этот Михаил Сартулат, у которого есть клиника, который лечит, который это хочет делать и в парламенте, будучи депутатом, чтобы он был нанят для того, чтобы беспокоиться о здоровье детей. И во-вторых, или в-третьих уже, он участвовал в выборах от какой-то партии. Так как участвовали многие другие люди, которые не участвовали, чтобы промолгивать или продвигать какую-то политическую идею, а для того, чтобы работать для детей и для родителей. Вам кто-нибудь предлагал войти с ними в блок или пойти по их спискам? Конкретно идти в блок или по спискам дискуссий не были. Мы встречались с нынешним лидером ЛДПМ, были дискуссии. Господином Бужуряном. Господином Бужуряном, да. Но это было больше, мы не знакомы, мы первый раз увиделись, больше, чтобы познакомиться, посмотреть, кто как думает. И, то есть конкретных дискуссий об этом не было. Было два обращения. Первое было обращение господина Дадона ко всем патриотически настроенным силам вступить в левый блок. Вы патриотически настроенная сила? Очень. И защитить страну от угрозы иностранного управления. Вы не посчитали... Иностранного управления? Да, вы не посчитали. Это то же самое, что и 30 тысяч сирийцев, да? Не, ну подождите, но мы же едем по Кишиневу, мы же видим билборды, да? Защитим страну от прямого управления там иностранцами, или как он там, я цитату точную не помню, да? Вы считаете, что такая угроза есть? Нет. Значит, этот блок для вас неприемлемый. Неприемлемый не только поэтому, это больше потому, что я не считаю господина Дадона патриотом. Да, у господина Дадона было, наверное... Самый молдовинист, православный, помогавший людям. Почему он не патриот? То, что... За этими их красивыми словами стоят действия человека, который с 2004 года не делал ничего, кроме того, как обогатить себя и своих приближенных людей. И я думаю, что вот этими лозунгами «защитим страну от иностранцев» или от НАТО или так далее, это ничего больше не доказывает. То, что доказало, что все действия господина Дадона и все его сообщения в президентской кампании принесли к тому, что он потерял рушенос. Позорно, да, президентуру. И вот все эти лозунги, я вижу, что он только дальше идет вниз и тянет за собой всю свою команду, где и там, может, есть и хорошие люди, потому что нельзя вот делить на блоки и на партии. Хорошие люди есть везде, адекватные люди есть везде. Но вот, к сожалению, я персонально господина Дадона знаю с 2004 года, был одним из моих начальников, потому что я работал со многими людьми, но неадекватно. И даже более того хочу сказать, когда я работал в Министерстве экономики, и господин Дадон работал в Министерстве экономики, товарищ Воронин был президентом страны, тогда еще был подписан план действия Республика Молдова НАТО. Так что пугать сейчас кого-то НАТО, это просто двойные стандарты и ничего больше. А когда вы сказали, что господин Дадон занимался тем, что занимался нелегальным обогащением себя и своей семьи, на чем основываются ваши такие заявления? Вы же понимаете, что... На приватизации, в основе на приватизации. Потому какой что именно? О том же отеле «Молдова» в Одессе, о том же «Кодру». За какой период вы сейчас говорите? Когда он был в Министерстве экономики? Когда он был еще в Министерстве экономики. И вы считаете, что он что-то с этого имел, с этих вот приватизаций? Ну, я знаю просто, что за копейки были проданы все эти... Отсюда возникает, как у нас появилось потом, разумные сомнения, да? За копейки, я знаю цифры, которые были предложены, и знаю финальные цифры, за которые были проданы. И разница там не в одном лее и не в одной тысяче евро. Хорошо, а еще партия «Платформа достоинства и правда» тоже выступали с предложениями войти там в списки тем, кто настроен. Вы не рассматривали такое обращение, Андрей Настаси? Нет, мы не рассматривали. Мы даже не то, что не рассматривали, вот я говорил о ЛДПМ, что мы
это даже не было то, что они пригласили партии на дискуссии, хотя мы знали, что они, у них дискуссии с партией достоинства. Да? Платформа достоинства, правда? Платформа, да, достоинства. Мы еще маленькие, да, мы очень хорошо понимаем, какие наши шансы и в какую битву мы идем. Были некоторые дискуссии с коллегами о партии ЛДПМ только и о, если вообще стоит идти в блоки, потому что, опять же, идти в блоки, это повышается и уровень людей, которые должны проголосовать за блок. Ну а пойти там по одному-два представителя от партии в списках? Идти по спискам сейчас... Не самоцель? Не было такой цели? Нет, опять же, мы не исходим от того, что это наша цель вот сейчас, как партия, которая сформировалась полтора месяца назад, идти по каким-либо спискам, потому что если чуть-чуть вернуться два года назад, наверное, мы с вами об этом разговаривали, если я хорошо помню, та же цель у меня не была, цель любой ценой пойти в муниципальный совет, хотя у меня сейчас была бы возможность быть муниципальным советником. Тогда тоже были предложения и от ЛДПМ, и от партии «Зеленых». Но не было цели вот любой ценой прийти в муниципальный совет. И я понимаю, что некоторые люди платят за это очень дорого, чтобы пойти по спискам в муниципальный совет. Вот сейчас тоже не это самая главная цель. Сейчас наша цель – создать команду людей по Кишиневу, по районам, по селам, людей, которые знают, что значит промышленность, что значит сельское хозяйство, хороших адвокатов, людей, с которыми мы можем расти, вырасти. И за два месяца мы очень уверены, что за два месяца не можно даже команду объединить. То есть... Кадрина, ну я немножко знакома с тем, как ведется предвыборная кампания. А я нет. Вот. Ну, у меня в этом плане больше экспириенс, значит, чем у вас в жизни. Поэтому я понимаю, что в компанию обычно приходят уже с командой. Да. И есть предвыборная кампания, это не самое лучшее время сейчас разрабатывать себе или готовить, или утверждать какие-то там первичные или территориальные организации, да, что-то да. еще. То есть практически вы идете, не имея, насколько я понимаю, хорошей финансовой ситуации, а может быть есть, вы мне скажете, что есть, не имея развернутую систему территориальных организаций, идете просто участвовать, чтобы набраться опыта или в надежде получить голоса? Нет, мы уверены, что шансы есть у всех. Да? То есть шансы есть у всех. И я очень рад, когда слышу, что создаются новые политические партии. Потому что я тот человек, который думает, что должна быть конкуренция не только в промышленности или в коммерции. Конкуренция, основанная на дебатах и на аргументах, должна быть везде. Я не тот человек, и мы не те люди, которые верим в одну партию, и что все проблемы Молдовы могут быть решены одной единственной партией. Мы не верим, и мы не хотим прийти к тому времени, опять вернуться, когда у нас будет один единственный лидер, и все будут поклоняться. Поэтому Молдова, в Молдове сейчас вся политическая, вот я даже сделал анализ с 1994 года до 2021 года, есть люди, которые свою политическую карьеру начали в 92 году. И они еще в парламенте сейчас. От этих людей... Кто? Господин Дьяков. Дьяков отказался идти по списку. Ну, он хорошо понимает, что шансов нет. А зачем ему светиться тогда? То есть... Вот оно оказывается как. То есть, чего ожидать от этих людей, которые за сколько, 29 лет, 30 лет они обещают? То есть, есть люди, которые уже депутаты в шестом мандате. Я очень рад, что появляются новые политические лидеры, люди. Им не то, что нужен опыт, да, потому что сравниться с опытом с людьми, которые есть и финансы, и команды большие в районах, но это не наша цель. Мы сразу сказали, что мы не будем классической партией, у которой будут офисы в каждом районе. Нет. И денег нету, и желания нету вот, тратить деньги на что-то не приносящее ничего хорошего. Но да, сейчас у нас есть четыре хороших территориальных организации, включая Кишинев, Яловена, Неспарена и Хинчеш. Мы хотим развиваться. Мы хотим продвигать свою программу, которая основывается на трех приоритетах, очень четких трех приоритетах. И эти приоритеты не то, что касаются мы вам обещаем красивое будущее. Они, во-первых, основываются на нашем опыте. Опыте в администрации, опыте в образовании, опыте в проблеме с лесами и реками в Молдове. То есть у нас есть определенный опыт. Мы очень рады, что мы два года боролись, и сейчас все начали разговаривать о вырубке леса.
нам... Давайте мы с вами о лесах и о других моментах поговорим во второй части программы. Хорошо. Я хочу сейчас еще кое-какие моменты уточнить. Знаете, чтобы говорить о прошлом, о будущем, надо разобраться сначала и поставить все точки над «и» в своем прошлом и в сегодняшнем дне. Вы так сказали, у нас нет партии, чтобы нет денег, чтобы содержать территориальные организации. Правильно? Я понимаю, что у партии вообще практически нет денег. Вы, каким образом вы финансируетесь? Я могу сказать, что за 40 дней регистрации партии мы потратили 25 тысяч лей. Угу. То есть это было больше основано на бензине, который туда-сюда, и 10 квадратных метров, который у нас офис. И за вот остальные два месяца что, то, что мы из наших котизаций, взносов, мы собрали еще 25 тысяч лей. То есть то, что я вам говорю, что денег нету, нету, но то, что нет я хочу... Нет денег в привычном Молдове партийном смысле. То, что я хочу добавить к этому... То, что у нас очень много волонтеров, которые кто-то разрабатывает сайт, кто-то разрабатывает страницу, кто-то разрабатывает эмблему, да, или как на русском, кто-то пишет программу, и мы за это не платим. И самое дорогое, что у нас сейчас есть, это время человека и человек, который делает это, или мы знакомы, или просто ему нравится процесс. Но я благодарен всем, кто это делает. Если бы мы это, за это платили, то у нас бы не было денег платить за это. Вот я познакомился позавчера с очень хорошим человеком, который поможет нам по Фейсбуку. Он так и сказал, я вам помогу, потому что мне интересен этот процесс, как это все строится. Я ему очень благодарен за это. Но вам интересен процесс, как строится партия? Заинтересованы в чем-то? Мне не интересен процесс, во-первых, знать, какие конкретные проблемы есть у людей. Интересен процесс, чтобы строить команду, потому что я не верю в одного человека, я верю в людей и команду. Поэтому мы и сила народа, Птеря Уамилор. Я верю в процесс, то, что мы не создались на один день. И вы услышите о Руслане Кадряну и 12 июля, и 13 июля, и в 2022 году. Потому что проблемы, которые мы обозначили, образование, экология и маленький бизнес, они никуда не уйдут из Молдовы. И мы будем стараться их решать, так как я старался их решать, будучи гражданским активистом, когда я пошел в парламент и предложил депутатам после своего опыта, горького опыта, когда меня исключили из предвыборной кампании по Кишиневу, сказал, вот законопроект, и не ноты информативы, а законопроект, четкий, конкретно обсужден с другими организациями. Примите его, чтобы на следующие выборы в 2023 году не было таких сюрпризов и таких барьеров для независимых кандидатов. Потому что не только я единственный был исключен, было очень много людей и по районам тоже исключены. Ничего не сделалось. Это меня не остановило. Мы разрабатываем дальше другие документы, которые будем предлагать парламенту. То же самое мы сделали и по образованию, то же самое мы сделали и по вырубке лесов. Мы не остановимся 11 июля. То есть это один из шагов, и когда 13 января я пригласил за круглый стол 13 человек и сделал презентацию, я сделал презентацию на 20 лет, как я вижу развитие нашей команды за 20 лет. И я не вижу себя за 20 лет здесь, потому что я не хочу здесь, в смысле, в партии. Я был бы очень горд, если через 4 года я мог бы передать руководство другому, более молодому и энергичному парню. Но я не представил, что вот у нас будут выборы в этом году, давайте строить партию для выборов и делаем все возможное, чтобы попасть в парламент. Нет, это не наша цель. Если возвращаться к тому, что происходит в парламенте, смотрите, я заметила, что у нас очень сильно, очень сужается поле для голосования искусственно, на мой взгляд, но так и происходит. Да? То есть у нас делят на левых и на правом фланге оставляют пас, а все остальные вроде как бы мешают им победить. Вот 11 июля вы готовы услышать, что вот партия Руслана Кадряна, там ПУН, не знаю, АУР, кто еще там они будут называть, вы все были куплены Плохотником, чтобы помешать ПАСу выиграть эти выборы? Вы готовы 12 июля с утра вот к такому? Конечно. Я то же самое могу спросить, почему о мне и моих коллегах то же самое не говорили, когда мы первыми вышли и сказали всем. Мы сделали видеообращение ко всем. Не надо выдвигать свои кандидатуры для президентуры, потому что битва будет между Майей Санду и Игорем Дадоном. До первого тура, до того, как идти и собирать 25 тысяч подписей для того, чтобы регистрировать себя в компанию, выбросьте эту идею из головы и поддержите Майю Санду.
То есть мы были... И тогда никто не говорил, что вот спойлер или сателлит или кто. Я горд, еще раз повторяю, что за год, будучи исполняющим обязанности в мэрии, больше обо мне плохого никто не мог ничего спекулировать. Вот как кроме вот этих вспышек, не знаю, спекуляций, да? Ну, давайте о спекуляциях сейчас посмотрим. Сергей, можно нам господина нынешнего генерального примара цитатку поставить? Cred că trebuie să răspundă penal, reiterez, penal trebuie să fie cineva tras la răspundere, pentru că, în mod normal, lucrările care au fost făcute pe Ion Creangă nu puteau fi făcute. Avem zeci de scrisori înaintate precedentelor administrații, că oameni buni, nu puteți să vă apucați de lucruri pe Creangă până nu schimbați rețelele. Вот мы послушали, господин Чабан обвиняет, что когда вы начали ремонт на улице Крянга, вы выбросили практически деньги на ветер, хотя я помню, что в моей студии я вас спрашивала, да, есть ли у вас график замены, конечно, необходимых всех этих рецель, как он сказал, да, и после этого только ремонтировать асфальт и все остальное. Вы сказали, что вроде как все сводится в едино, а сейчас господин Чабан говорит, что это не так, и деньги были выброшены на ветер, и вас нужно сейчас за это наказать по уголовной статье. Это было 2 года назад или год назад, если я припоминаю, если бы там были какие-то проблемы, я бы уже был приглашен на какие-то... Но он и сейчас говорит, что... Какие-то дискуссии. По Крянга проблемы были. По Крянга были проблемы с его инкомпетентностью. То есть, если бы деньги в бюджете были заложены 55 миллионов на реабилитацию улицы Крянга, так как другие проекты, он очень красиво порезал ленточки и сказал, что это его проекты, то же самое он мог бы сделать по Крянге, если бы у него хватало... Но там идет ремонт вовсю. И сейчас как идет ремонт, если надо было реабилитировать заново? Потому что даже тогда, в 2012 году, когда был первый вопрос о реабилитации Крянга, АП-канал четко прописал, что трубы могут быть изменены не только со стороны тротуаров, но и с проезжей стороны. То, что они сейчас и делают. То есть они сейчас ничего не меняют, они меняют трубы с проезжей стороны, потому что это возможно технически. И когда мы начали работы по Крянга, именно по этому плану мы и шли. Я господину Чабану ответил по этому вопросу. Я ему сказал, что в 2019 году было заложено 50 миллионов по Крянга. В 2020 году были заложены 45 миллионов по Крянга. И ты до сих пор не сделал Крянга, а ищешь на кого пожаловаться? Я знаю, что он написал и письма. Ему ответили, что там нету ничего плохого. То есть я даже не хочу комментировать. Я бы больше спросил. По Михаю Витязу, по мосту, в прошлом году было заложено 15 миллионов. Ничего не сделалось. Сделал инспекцию к концу прошлого года, сказал, в 2021 мы отремонтируем мост Михаю Витязу. Опять же, деньги заложены в бюджете, ни одной работы не проведены по мосту. А этот мост, у него уже град диузур, износ степени 75%. Чего он ждет? Писать письма мы все можем. И если бы у меня была цель писать письма на Чабана, я бы сейчас... А если денег в бюджете нет? Вы сами обвиняли в том, что он берет кредиты и что нам всем придется... Да. У нас есть этот кусочек видео, да, про кредиты или нету? Нет, да, вы у себя на странице, я читала, вы писали, да, что господин генеральный примар берет кредиты, которые нам всем придется отдавать, а непонятно под что берет. Правильно. Под этот мост нужно брать кредит? Нет, есть бюджетные деньги. Есть хватает бюджет... в бюджете денег, даже после пандемии и... В бюджете... Бюджет муниципия Кишинев по инвестициям в 2018 году был 595 миллионов лей. Угу. И был разложен по четким проектам. Это были 300 проектов в 2018 году. То же самое сейчас, но бюджет намного больше, потому что Чабан берет кредиты от всех, кто дает. Без того, что вот взяли 9 миллионов евро на мусор. А что делать? Покупаем машины для автосалубритати. А почему в 2018 году мы могли купить машины автосалубритати за свои деньги, а сейчас мы должны брать деньги у банков для этого? Почему мы в 2018 году могли купить автобусы из своих денег, из своих бюджетов? Чем закончилась, кстати, ситуация с автобусами? Вас обвиняли там по тендеру. А никакой ситуации не было. Нет никаких дел, ничего? Ничего не было. Я вам и тогда сказал, что это было только в некоторых... сурсе масс-медиа. Но вот и сейчас они опять берут какие-то автобусы. И сейчас взяли опять кредит, чтобы купить автобусы. Почему это было возможно в 2018-2019 году? Из бюджетных денег купить 31 автобус, сделать 40 дворов, сделать свет, без того, чтобы брать деньги. А сейчас мы берем деньги у всех. И я вам говорю, Киртуака
об Агат Кишинев. Вогнал Кишинев долги. Вогнал Кишинев долги до 2042 года. 2042 года. Чебанк продолжает брать кредиты, и самая большая проблема, что не то, что берет кредиты, а не знает, что с ними делать. Брать кредиты для того, чтобы покупать машины, это глупо. Мы поддерживаем сейчас предприятие «Автосолбритати», которое экономический агент. То есть он получается экономический агент. Мы платим за тарифы на мусор. И этот кредит, который был подписан муниципалитетом Кишинев, предвидит, что тарифы будут повышены. То есть мы будем платить больше за мусор. Мы покупаем машины «Автосолбритати». «Автосолбритати» что делает, как экономический агент? Мы что? Убирает мусор. А почему он из своих денег это не делает? Вы знаете, что «Автосолбритати» было в минусе до 2018 года, и за полтора года он был в плюсе. И не то, что в плюсе пошел по... А как это произошло? Потому что мы первый акцент поставили на то, чтобы расширить число человек, которые подписывают, людей, контракт. Которые подписывают контракты с «Автосолбритати». В 2018 году их было 65%. В 2019, когда меня выгнали, было 88%. Мы просто... расширили число контрактов. И не только по Кишиневу, но и по пригородам тоже, по населенным пунктам рядом с Кишиневом. Ну вот вы постоянно критикуете господина Чебана, но мы же, я и читаю комментарии, ладно, у меня свой вкус, мне там какие-то скверы могут нравиться, могут не нравиться, это такое, знаете, на вкус и цвет тут не угадаешь на всех, но парки приводятся в порядок, да. Открываются новые скверы, фонтаны, лавочки ставятся, и вроде бы как убирают там эту рекламу, и вроде как внешне город хорошеет. За что же вы критикуете тогда премьера? Он вроде исполняет Кишинев, свои обещания. Кишинев – это центр Молдовы, хотя я не согласен, что Молдова – это только Кишинев. Но сейчас, на данный момент, Кишинев, Молдова развивается на основе города Кишинев. Кишинев – это не только скверы, Кишинев – это не только парки. Да, мы начали, мы реабилитировали Валя Трандафирова, мы сделали ремонт у Волны. Это хорошо, но если только на этом останавливается все развитие. Я вас хочу спросить, как гражданина Кишинева, который живет в каждом дне в Кишиневе, Албишару сделали за 120 миллионов лей, и сейчас Албишара уже разрезана. Они то переделывают. Есть, то есть переделывают 125 миллионов евро? И даже полгода не продержалась. За счет подрядчика. И даже полгода не продержалась. Вроде бы подрядчик не выдержал качества, где-то были нарушения. 5 миллионов евро. Тот же муниципальный центр стерилизации, который мы открыли, это единственный центр в Молдове, и нету ни в Одессе, ни в Ясах. Сейчас он просто превратился в азил дикынь, адапост. Приют для собак. Приют. И ничего больше не делается. То есть есть некоторые проекты, которые для них есть и деньги, для них есть и люди, волонтеры, которые на это все хотят дальше внести, но ничего не делается. Я не критикую, потому что если вы заметили, если не заметили, я вам скажу, что я вообще не критикую в последнее время. В последнее время. До этого вы довольно долго критиковали. Опять же, Кишинев – это не сквер. Кишинев должен развиваться как город, у которого есть стабильное вливание денег. И оно держится на маленьких экономических агентов. Кишинев мог помочь маленьким экономическим агентам еще в прошлом году, когда началась вся пандемия. Кишинев не помог. И я не говорю здесь о обязательных выплатах для того, чтобы содержать рабочих или чтобы помочь с арендой. Но у Кишинева есть тысячи квадратных метров, которые могли бы быть даны бесплатно на следующие три года. Тратить деньги, чтобы тратить деньги, много мозгов не нужно, чтобы принести в бюджет деньги для того, чтобы развивать, и не только на парки, не только на парки. И опять же, Иван Чебан обещал детсады, ни одного детского сада не сделал. Иван Чебан... Так какой-то открывали вроде бы в Сенджере. Да, те, которые мы начали в 2018 году. Иван Чебан обещал реставрировать и ремонт во всех кишиневских дворах. Ни одного двора не было сделано. И я все сравнивал, что мы за один год могли это сделать из муниципальных денег, а сейчас не делается, кроме скверов. И тот же сквер Алунелу, который очень красивый, это тоже благодаря и спасибо Бухаресту за те деньги, которые работы в парке Алунелу были закончены. Работы были начаты в 2018 году, первый этап. Где вы сейчас работаете, господин Кадрин? Сейчас на данный момент нет, нигде. У меня закончился в прошлом месяце контракт консультаций по местным публичным администрациям. И пока сейчас, вот, когда мы приняли решение, давайте будем строить политическую партию, на данный момент я отказался от всех контрактов, чтобы быть правильным со всеми партнерами.
То есть я позвонил всем и сказал, я принял решение начать политическую карьеру. И так, чтобы вы можете себе позволить не работать? На данный момент 2-3 месяца, да. А после выборов обратно пойдете? У меня очень большой опыт в публичной администрации. У меня очень большой опыт и в неправительственных организациях, и в парламенте работал. Я за свою карьеру, 15-летнюю карьеру, как функционар публик, государственный служащий, у меня были разные экспертизы. И начиная с 2015 года я работал в разных проектах, делая разную экспертизу, так что да. Знаете, я сейчас хочу взять небольшую паузу, чтобы мы перешли к тем проектам, о которых обещали поговорить в второй части программы. Не переключайтесь, не уходите, мы буквально через минуточку вернемся. Мы вернулись в студию. Напоминаю, что сегодня Руслан Кадрянов на территории свободы. Господин Кадрянов, последний год я замечаю вас даже не столько политические, сколько действительно вот такие гражданские акции. То есть вы снимали леса, вы снимали там разные моменты. Давайте посмотрим немножко кусочек про лес и поговорим об этом. Покажите нам, пожалуйста, коллеги. Мы снимаем интерьер кам Соличтата, Джинси, Япили, Молдовии. Сегодня распунда, какая есть ситуация с базинами акватичи. Și ei au zis că anual seacă cam 200 de lacuri în Republica Moldova. Și că nu au bani să întreprindă acțiuni. Deci ceea ce ne-a spus Agenția Apele Moldova este că ei sunt observatori la dezastru ecologic care se întâmplă și ei nu pot să facă nimic. Întrebarea mea logică ar fi, dar pentru ce mai există, dar... Вышли, мне говорят, я хотела про лес, мне дали про воду, но в принципе в нашей стране это вещи взаимосвязаны. Но вот вы снимали это засуха прошлогодняя, всем известно было, какая у нас была ситуация плачевная с осадками, но вы обвиняли Апель Молдовии в чем? Не было дождей, не было осадков, все высыхало, разве это не естественный процесс? Я очень благодарю вас и ваших коллег за это видео, это не засуха, то есть здесь было озеро, где люди купались, где люди ловили рыбу, и оно не высохло за один год.
Эта ситуация ежегодно повторяется где-то с 200 озер высыхают в Молдове ежегодно. И это официальные цифры, представленные агентством Апели Молдови. И то, что раньше в каждом селе было по два озера, где люди купались, сейчас в каждом селе у нас по две неавторизованные мусорки, да, куда люди выбрасывают мусор. Апели Молдови, чтобы вы понимали, агентство, которое должно по базе легалы, конформ леджи. В соответствии с законодательством, следить, что у нас получается с озерами, с реками, какая у нас ситуация с Днестром. Но у них бюджет 1 миллион в год. 1 миллион лей, которые они тратят только на зарплату. И тогда мой вопрос был логический, зачем нужно агентство, которое, есть несколько человек, которые они просто смотрят статистику, что озера высыхают и реки высыхают. То есть за 1 миллион в год мы получаем обновленную статистику? Но у них денег нет для того, чтобы с этим бороться. Так. Во-вторых, то есть это видео у них нет денег или у них полномочий нет? Полномочий у них есть. И в бюджете просто не выделяют деньги, потому что мы в Молдове любим бороться с результатом, а не с проблемой. Да? То есть мы более миллиарда лей даем в сельское хозяйство и миллион лей для рек и вод. Как будто мы не понимаем, что не будет рек и не будет воды в стране, не будет и сельского хозяйства. Мы решаем не основу проблемы, а мы решаем верхушку проблемы. И когда я в Сороках жил неделю в селе Ярово, и там люди, село, которое на Днестре, и у них уже нет воды в колодцах. И знаете почему? Потому что самый большой лидер в районе просто по разрешению Игоря Николаевича Додона проделал скважину, пробурил на 72 метра, высушил всю воду, которая была Апели Фриатичи, и нету уже людей. А он ее для чего использовал? Для того, чтобы поливать свои огороды. То есть то, о чем у нас есть, да, давайте покажем, чтобы наши зрители тоже понимали, о чем мы говорим. Domnule Dodon, noastră știți că Republica Moldova este pe locul 1 în Europa ca țară cu risc sporit de secetă. Dar faptul că din 3620 de râuri noi avem doar câteva cu un debit de apă tot anul, dar și acelea de gradul 4 de poluare, gradul 4 adică cel mai rău. Dar ca oamenii în sate folosesc apă doar o oră pe zi pentru că mai mult nu au. Și dumneavoastră acum ieșiți cu ajutorul către agricultori să le permiteți să îi facă irigarea din apele subterane, dar eu vă spun că pe termen mediu noi vom ajunge fix în așa situație ca și cu apele supraterane. Noi vom rămâne fără ape, pentru că nu trebuie de permis să se alimenteze de la apele subterane, trebuie de început curățarea râurilor, sădirea fâșiilor forestiere. Да, это одна из ситуаций. А у вас есть доказательства, что это по личному указанию Игоря Додона? Я почему спрашиваю? Когда спикером парламента был Дмитрий Дьяков, то все рассказывали про дочку Дьякова, что все там проходило. Да. Когда был президент Владимир Воронин, то у нас даже анекдоты рассказывали, что один Олег в стране работает. Все принадлежало. После 2009 мы вдруг выяснили, что совсем не все и далеко не Воронину, как выяснилось. Сейчас вы говорите, что по личному указанию Додона, да, так это была, у вас есть доказательства, документы? Была инициатива президента Игоря Додона, когда была у нас ситуация с засухой в прошлом году. Да, но вы говорите о том, что одному из лидеров в Саровском районе разрешили, да, пробурить скважину. Так я говорю о всех, потому что они легализовали все бурения скважин всем лидерам. И это была инициатива президента Игоря Додона в прошлом году, когда он сказал, что нужно изменить законодательство для того, чтобы у всех была возможность пробурить скважины. И я в этом видео я говорю, что у нас уже воды нету на земле. Если мы останемся и без воды и под землей, то нам и через 5 лет и в Кишиневе вода покажется люксом. Судя по ситуации на Днестре, как все может развиваться, действительно, да, может показаться вода люксом. В прошлом году, в июле, я был на Днестре в Жороде Мижлок, где воды в Днестре не было, и люди переходили Днестр по дну, как сказать. То есть через Днестр можно было идти, потому что там не было ни капли воды. И опять же, об этих проблемах никто не говорит. Если говорит, то шепотом, или эти проблемы никак не находятся на повестке дня политиков.
Но это наша национальная безопасность. С чем вы сейчас хотите идти на выборы? Да. Точнее, вы не очень хотите, насколько я поняла, но хочет формирование ваша политическая партия. Да, вы четко идете на выборы. Хорошо. С чем вы сейчас идете? У вас будут какие-то три основные инициативы, вы сказали, да? Три предложения нашим гражданам. Да, какие? Это три основные наши приоритеты. Это образование, то есть это и мое, потому что я это чувствую не только как родитель, я это чувствую, потому что без образования, я думаю, мы потеряны как республика. И не только потому, что образование — это развитие экономики, не только потому, что образование — это значит здравоохранение. Образование, потому что это наша реальность и это наше будущее, и я в это верю. С первых лет и до того, как человек выходит из... И я вообще человек, который думает, что всю жизнь ты должен учиться. Если ты хочешь быть хорошим в чем-то, ты должен учиться. У нас сейчас нет образования, и пандемия нам это показала. Но что, будучи в более чем в 300 селах, я видел детей, которые они даже не слышали, что есть онлайн-образование, они не слышали. И выходил Кику и говорил, что все дети обучаются. Нет, не все дети обучаются, потому что потом, через полгода, вышло Министерство образования и сказало, что у 24 тысяч детей вообще не было девайсов, чтобы быть обученными. И мы что делаем? Мы какую страну хотим развивать, если у нас вот сейчас есть 24 тысячи детей, которые не учатся? Мы растем вот это пространство. На самом деле их было гораздо больше, потому что была часть тех, которым, вы меня простите, сфотографируйте на Вайбер, пришлите, я что знаю. Вы написали. Это тоже не учеба. Знаю, да. И тут проблема была даже и не учеников, и не учителей, не их вина, что их не подготовили к 21 веку, к той ситуации. Госпожа Бураков, то, что меня вот, я не могу, болит или бесит, я не знаю, как на русском правильно. Вот министерство стоит в сторонке, а родители на одной баррикаде и учителя на другой баррикаде. А министерство вот просто стоит и смотрит, и им без разницы, что дети не обучаются, что пятый класс, который один из самых главных этапов, он потерян. Что эти дети будут делать? Что будут делать люди, дети, которые должны сдать бакалавр? Нет, они выходят дальше с инициативой. Ой, про бакалавр не надо, у меня сын должен в этом году сдавать бакалавр. Он последние полтора года учился, мы сами знаем как. Вот мы с ужасом смотрим на этот бакалавр, и тяжело, как бы дети, и они психологически не подготовились, и они не понимают, что им за задание, а мы знаем, как предыдущие годы министерство формулировало эти задания. И на кого сейчас это все? И кто будет виноват? Опять дети, что взрослые не смогли создать необходимые На родителям, потому что сейчас родители бегают и ищут. Лекция долготворила, математика, по иностранным языкам и так далее. Это опять же на родителях. Опять же на родителях. И поэтому у нас образование и то, что деньги должны следовать за детьми, это принцип, который он есть, только прописан сейчас, но он не работает. А вы считаете, что вот в прошлом году БАК отменили? Да. Да? В этом году было министерство настояло на том, что БАК должны сдавать, конечно. Хотя была... разумная в какой-то степени инициатива отменить БАК или сделать его необязательным. Потому что если БАК нужен тем, кто будет поступать, допустим, за границей, там без БАКа не принимают, это понятно, эти дети будут идти сдавать БАК. А те, которые будут поступать здесь, почему они не могли другим образом получить свои оценки? То есть, учитывая всю неординарность ситуации, мы все равно загоняем всех детей в единые условия, несмотря на то, что полтора года у них были совершенно разные условия обучения, усилившиеся некомпетентностью взрослых, неспособностью организовать им учебный процесс. И они, естественно, тоже расслабились, когда увидели, что над ними нет контроля. Да. А если бы у нас не было выборов, я бы мог понять, что можно не организовывать БАК. А вот как гражданину и как родителю я не могу понять, почему выборы в Хинчештях могут быть проведены в полную эпидемию, в пандемию, и все политические лидеры призывают людей выходить на выборы. Президентские прошли. Президентские были, а вот БАК давайте отменим. Мы что, только на детях можем делать эксперименты? А почему тогда они вышли все и сказали, мы не будем проводить и мы не будем участвовать в выборах по Хинчештям? Нет, тогда все приглашали людей выйти на выборы. БАК отменили, олимпиады отменили, центральный рынок открыли. Вот если бы это все было закрыто, я бы мог понять, что БАК трудно организовать. Другие страны организовали. Без проблем. И я не согласен с вами, что мы должны решать. Потому что в Молдове, если бы были альтернативы, вот ты не хочешь сдавать БАК, у тебя есть хорошая профессиональная школа. Ты можешь пойти выучиться в профессиональной школе, и у тебя после профессиональной школы будет вот здесь работа. Я бы это понял. Но у нас альтернативы сейчас нету. Мы для детей, мы и так, и БАК, и без БАКа мы готовим шомерь.
Безработных. Безработных. И мы сделали анализ, сколько людей входят в систему образования с первого класса и сколько выходят с высшим образованием. Мы вот от первого класса и до после университета мы теряем очень много детей. И там на более чем 50%. То есть часть они, из них уезжает с их родителями страны? Часть уезжает, но не вся часть уезжает. Они просто не доходят. И не доходят, я с вами очень согласен. У меня есть знакомый, с которым я разговаривал, и он говорит, мой ребенок и так не очень любил учиться. Да? А сейчас вот с этим, то он спит, то он играется, пока эти уроки онлайн, он вообще потерялся. Понимаете? То есть мы потеряли... У меня тоже дома были сложные ситуации, напоминать, что необходимо все-таки присутствовать на уроках. Конечно. И сейчас... И не мешать друг другу, потому что у меня было два школьника, которые должны были учиться онлайн. А в семье, где есть 3-4 ребенка, а в семье в селах, где вообще не было интернета. С этими детьми мы что делаем? То есть я с 80-го, да, я с Тирасполя, и я с 3-го класса перешел в 5-й. Мы как-то считались, вот, генерация... Экспериментальная. Мы тоже пришли на один год. Потом я, когда был уже в бакалавре, тоже некоторые, кто хотел, мог сдавать бакалавр, кто не хотел, мог не сдавать. Мы что, опять продолжаем вот это? Мы ничему не научились за 30 лет? Самые, кто не могут выходить на протесты, это дети? И... Что мы будем делать с этой разницей между имущими и малоимущими? Что мы будем делать с теми, которые не сдадут БАК не по своей вине? Не потому что они не хотели учиться, а потому что у них не было возможности. Кто будет отвечать за этих детей? Никто. Родители. И опять это будет только повара паринцело. Я прошу прощения, повара, не знаю. Как. Нагрузка на родителей. Не на министерство, не на эти управления образования в районах, которые ничего не делают, просто статисты. Никто ничего не делает. Статистику собирают и сдают в министерство. И все. И этим все заканчивается. А чтобы помочь, реально, вот, позвонить директору школы и спросить, сколько у тебя детей зачислено? 170? Сколько было на онлайне? 120? Ты был у этих 50 родителей посмотреть? Может, им нужна помощь? Может, у них нету телефона? Может, нету лаптопа? Все обещали. 78 тысяч, потом 20 тысяч, потом... Я был в селах, не было там никто, и никто их не спрашивал. Как вы живете? Как вы учитесь? Есть семьи, которые единственная теплая еда была в школе. И без этого остались. Почему мы говорим, что деньги должны следовать за ребенком? Из бюджета, из национального бюджета, есть формула, которая вычисляется на каждого ребенка. Кстати, да, у нас же по кодексу об образовании лицей получает деньги, да. Исходя из того, сколько детей там обучается. Конечно. И это включает в том числе и на питание, да. И многое другое. Да. Куда ушли эти деньги, когда школы были закрыты? То же самое в муниципии. Из национального бюджета трансферы идут в муниципальный бюджет на каждого ребенка. И там есть по категориям. Спортивные школы, лицеи, гимназии. Где эти деньги? Потому что дети не учились. Из этих денег, которые... И там на питание, там не один лей. Там очень много, десятки миллионов, которые даются для детей на питание. Поэтому принцип «деньги должны следовать». Я не знаю, как по республике, я знаю, что в Кишиневе вся начальная школа питается бесплатно, родители, да. По-моему, доплачивают чуть-чуть, буквально там копейки. Если хотят доплатить, да. А среднее звено, на каждый класс выделяется определенное количество мест для детей из социального звена, незащищенных семей, да. И дети могут уже, как бы по желанию, там, не все, но, в принципе, есть. И до 12 класса есть возможность детям, у которых довольно сложное материальное положение, питаться в лицеях бесплатно, в школах, в которых они учатся. Хотя я прочитав закон, этот кодекс об образовании, я спросила, зачем мы воспитываем инфантильное поколение? Потому что, простите, в 19 лет мужик заканчивает только лицей, у него нет ни образования, ничего, а ему уже 19 лет, и я его должна... Вместо того, чтобы выпустить в жизни, чему-то научить и дать хотя бы первично у него были хоть какие-то навыки зарабатывать себе, да. Я, получается, как родитель, должна его сейчас еще содержать, пока он будет учиться получать высшее образование и все остальное. То есть мы потом будем спрашивать, почему у нас такое инфантильное поколение. Да мы своими законами их инфантилизм прописали, просто-напросто. И обязали родителей до 18 лет обеспечивать явку детей в учебные заведения. Вы затронули вопрос о профессиональных школах. Я хочу сказать, что вчера встретился с одним очень замечательным человеком. Очень замечательным человеком, который преподает в профессиональной школе. И вот мы тоже так разговаривали, тоже про пандемию, как дети учатся, тоже про БАК. И он говорит, Руслан, у нас люди, которые учатся в профессиональной школе, они считаются ниже, как в обществе. Да, вот что. И там тоже мы вот строим. Мы что строим? Как... Потому что
С одной стороны, мы говорим, что у нас нету хороших инженеров, нету хороших слесарей, нету трактористов, нету рабочей силы, нету. А с другой стороны, мы не развиваем вообще, и люди, которые идут в профессию. Как вы говорите, правильно, он хочет выбрать, но у него должна быть хорошая альтернатива выбрать, для того, чтобы выбрать. А если мы делаем профессиональные школы, где он учится, как работать как инженер по бумаге, потому что у него нету ничего там нет практически, практики. Нет да. практики, то что мы делаем? Я поэтому говорю, что должна быть хорошая альтернатива, чтобы для того, чтобы выбирать. То есть правильно я понимаю, что у вас есть в команде люди, которые будут выступать конкретными предложениями по всем ступеням образования, начиная от детского сада и заканчивая, я не знаю, да, там, у нас в команде есть аспирантурой. Есть люди, которые работают едукаторе в детском саде. Воспитателем. Да, у нас в команде есть лучшие студенты года, которые очень хорошо знают, и когда с ними разговариваешь, вот про как надо реформировать. Тоже есть хорошие идеи. У нас в команде есть молодые люди, лицеисты, которые помогут нам. Вот они знают проблему. И у нас в команде есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. Они лучше всех знают, какие там проблемы. И почему у нас ежегодно более миллиарда лей тратится в сельском хозяйстве, а у нас сельского хозяйства нету. Почему у нас тратятся миллиарды пестициды, ербициды и так далее, и мы просто сушим эту землю, что мы в скором будущем в Кахугуле будем выращивать кактусы. То есть, да, и поэтому я хочу, чтобы рядом со мной были вот эти люди, которые с низов знают, они работали, у них есть опыт, они строят, и им есть что рассказать. Образование — это один из пунктов. Второй пункт какой у вас? Это сельское хозяйство, то есть бизнес и сельское хозяйство. Mm-hmm. Я не знаю, как будет на русском, я прошу прощения у телезрителей за мой русский. Агрикультура дурабила. Mm-hmm. То есть... Мы должны оставить что-то за собой. Вот то, что сельское хозяйство на долгое время. На долгое время. Одно слово тоже сейчас не могу вспомнить. Мы должны за собой оставить что-то и следующим поколениям. Сейчас что происходит, что мы вырубили леса, мы вырубили в Шиле форестиеры, то есть и засушили озера. Мы льем все, что хотим на эти земли, и вообще не, ну, респектом. Не уважаем, не выполняем условия, правила. Не выполняем правила переработки земли. У нас как будто создается идея, что вот мы здесь и сейчас должны жить. Поток. И после нас делайте хоть что хотите. Более миллиарда лей по субвенциям, и куда они идут? 30 экономическим агентам. А мы говорим про малый бизнес за сколько лет? Я себя помню, в 2003 году еще все министры. Я не работал ни с одним министром, который бы не обещал как приоритет развития малого бизнеса. У нас в Молдове есть малый бизнес? Его нету. Его нету и его не будет. Если мы будем дальше давать по 300 миллионам лей этим большим, каждому по 300 миллионов, а этих маленьких мы даже не будем заботиться. И я не говорю о Кишиневе, потому что меня очень болит проблема сел и людей, у которых есть гектар, два, три, и они даже не знают, что государство дает деньги для того, чтобы они расширились, для того, чтобы они поставили себя на ноги, для того, чтобы у них есть возможность купить трактор. Нету. И мы об этом, опять же, говорим годами. В моей практике я работал в госканцелярии. И, наверное, я не могу сказать, что это была ошибкой, но вот мой горький опыт, и я, может, должен извиниться, то, что я писал очень красивые стратегии. Я был начальником большого департамента, была очень большая техническая помощь от европейских партнеров, и мы писали красивые стратегии. Вот Молдова 2020, глобальные объективы или глобали 2030 и так далее. Они не работают. С того уровня, с пятого этажа, правительстве, Пьяцца Марино Рациале, они очень хорошо смотрятся. Но когда ты идешь по селам, и ты видишь село с одним человеком, где остались 7 людей, где остались 12 людей, ты думаешь, какой ты занимался, что вот это все вымирает. Мы стратегию по децентрализации, только чтобы написать стратегию, потратили $1 миллион на экспертов. Где у нас децентрализация? То, что вымирают села? То, что у нас район... А проблема в том, как мы потратили деньги, или в том, что у нас политически устроено все было так, что никому не нужна была вот эта вот децентрализация, автономия местных властей. Нужно было, чтобы, как сказал известный герой, чок, и все заработало. Да. Я вам хочу сказать, что сейчас село 1500 человек, бюджет 1 000 000 лей. Вот представьте себе село, у которого бюджет 1 000 000 лей. И из этого миллиона там больше 50% идет на расходы, на инвестиции, ну там если остается 10 000 лей.
на инвестиции, а мы говорим о канализации, о водоснабжении, о иллюминации, о дорогах. Нужды 896 сел и нужды во всех те же. То есть главный приоритет — это вода и вода и канализация. Когда у нас будут развиты эти села, если у них бюджет на инвестиции 10, 20, 30 тысяч лей? И они в каждый год должны идти в райсовет, или как он называется на русском, консилиум районал. Ему говорят, подпиши здесь членство в партии, и мы, может, дадим тебе там 100 тысяч. То есть вы тоже считаете, что районный совет — это лишняя структура, от которой надо избавиться? Они должны быть ликвидированы. И просто у меня здесь в студии еще не было ни одной партии, которая бы не сказала, что районный совет, и они вот там сидят, там паразитируют. По моему опыту, по дискуссиям с мэрами, по дискуссиям с директорами лицеев и школ, это просто интермедиар, я еще раз прошу прощения, который ничего не делает. И даже не то, что они ничего не делают, а вот наше законодательство так построено, хотя были потрачены деньги на то, чтобы прописать красивое законодательство, что сейчас никто, они еще не знают, кто сейчас, если responsible, ответственен за мусорки. Это райсовет или это село? Кто сейчас по домам культуры? Райсовет? Мы за 30 лет, госпожа Бураковская, не сумели и не дошли руки даже с Луэм Ла Балансе. Поставить на баланс. Поставить на баланс леса, реки, туристические объекты, которые были построены в Молдове. У нас все развалится, знаете почему? Вот вы позвоните в районный совет, Флорежский районный совет, и скажете, в селе там есть водопад, там была первая гидроцентраль, да, в Молдове, построена еще в Советском Союзе. Почему она разрушается? Они скажут, а не на нашем балансе. Позвоните мэру села и скажете, почему оно разрушается, там не ведутся работы по восстановлению или хотя бы поддержке. Потому что там очень красивый туристический объект. Скажут, оно не на нашем балансе. Оно на балансе Апеля Молдовии. А бюджет у Апеля Молдовии сколько? 1 000 000 лей. Вот у нас это все и разрушается. И никого даже... Подождите, у нас же была стратегия развития сельского туризма. Как раз для того, чтобы приводить вот в эти самые локури очень красивые, которые у нас есть, целая карта была. Разработали лейбл новый, красивый, да, Молдова Диджитал, Молдова Туристика. Все это должно было продвигаться. Да. Куда оно продвинулось? Не знаю, куда оно продвинулось, потому что даже в прошлом году внутренний туризм взрос настолько, что мы не были подготовлены вот к этому туризму. Не были подготовлены ни села, ни районы, ни города. И даже правительство не было подготовлено. Вы сбили меня с одной очень хорошей идеей. Их у меня и так мало, вы меня сбили. У меня работа такая, сбивать вас с идеи, а у вас доказывать, что они у вас самые лучшие. Поэтому получается, что я сейчас этот раунд выиграла. Как всегда. Как всегда, ну, не у всех и не всегда получается. Некоторые, бывает, передавят и меня. Третья идея, с которой вы идете на выборы. Вы сказали, да, что у вас их три предложения. Да, и третья... это то, что касается медиум конжуратор. Окружающая среда. Окружающая среда. И это не только леса, это я уже сказал, это реки, это леса. И это воздух, который мы с вами дышим. Я даже вам хочу сказать, что вот говоря, будучи еще вице-мэром, мы начали проект, чтобы поставить датчики в Кишиневе, чтобы посмотреть, какие сектора более экологически загрязнен. До сих пор этот проект не был доведен до конца. Но периодически у нас появляется статистика, согласно которой, насколько я помню... А я не знаю, на чем она основывается, потому что тогда были конкретные инвестиции, чтобы поставить новые датчики, которые в реальном времени покажут загрязнение воздухом по секторам. Вот мы думали поставить на центральном рынке, потому что там очень много машин. И чтобы это помогло городу развить стратегию по транспорту, чтобы посмотреть, как можно поставить транспорт, чтобы не было вот этого загрязнения. На бумаге у нас 3620 рек, вы слышали. Угу. В реальности рек, у которых есть вода круглый год, 5. Если не будут приняты меры еще вчера, мы останемся вообще без рек. И мы хотим, чтобы эти проблемы были на политической повестке. А у вас, хорошо, это я поняла. Я возвращаюсь к выборам, да, потому что у нас осталось не очень много времени. Поговорим еще раз о выборах. У вас есть достаточное количество людей, чтобы составить вот полноценный список 101 человек, людей, у которых есть необходимый опыт, который может заинтересовать избирателей?
Мы когда подали документы на регистрацию, у нас было 1499 членов в партии. Сейчас у нас их где-то 2500. Конечно, есть 101 человек, чтобы поставить по спискам. А кто, кроме вас, Михаила Стартулата, которых все знают, кто еще у вас в партии из тех, кто известен для всех? Все известны в своих округах. У нас есть очень молодые экономические агенты из Яловен, из Неспарен, из Хэнчешт, которые в Яловенах, они очень известны. Все они люди, которые что-то построили. А это работает на выборах парламентских? Вот я не очень понимаю. А я не знаю, если мы посмотрим, если будет работает, но нет. Но для нас главное не количество, а качество. Для нас мы идем по принципу, чтобы были люди, которые что-то построили в своей жизни. Будучи даже студентом, но чтобы он был хорошим студентом. Будучи маленьким предпринимателем, но чтобы он знал, что такое предпринимательство, знает, как работать с фиском, знает, что такое платить налоги и так далее. Хорошим адвокатом, хорошим человеком, который работает с детьми, у которых проблемы с юстицией. У нас есть люди. И если бы было только по количеству, да, у нас их больше 103 человек, которые максимальный список. Но мы будем смотреть, чтобы это было и репрезентативно, и чтобы было качество именно того, что... Потому что мы идем по принципу «я сделал». Я знаю, как это нужно сделать, и наймите меня на работу, чтобы я дальше смог это сделать для страны. А когда вы выступите с заявлением о регистрации? Когда подготовите документы? Или у вас нет еще точной даты плановой? Это так главное, да? То есть нужно выступать. Потому что мне все говорят, надо выступить, чтобы тебя... Ну вы же отнесете документы, наверное, в ЦИК, да, и объявите на следующей о том, неделе, что вы участвуете в предвыборной кампании, да, или мы, как? Мы планируем на следующей неделе подать документы, чтобы быть зарегистрированы в гонку. Ну, потому что мы с этого начали, что вы сказали, что вас не приглашают, вас не ищут и вас не показывают. И спрашиваете меня, а это обязательно? А как, знаете, о вас, вот, заявить? Если я в этом ничего не понимаю, тоже мне коллеги говорят, надо заявить об этом, и тебя будут приглашать на передачу. Я говорю, надо работать. Работать надо. Надо собирать команду, надо вовлекать людей, надо вовлекать хороших людей, надо искать хороших людей. Я почему очень горжусь, вот, что мы начали это, хотя... Опять же, в 2019 году, эта идея вообще появилась в 2019 году, когда меня исключили, да, или помню, даже не записали в предвыборную гонку, и тогда 11 тысяч людей, которые подписали в мою поддержку, просто были выброшены. И тогда все молчали, все было хорошо. Как-то тогда мы поняли, что независимым это хорошо, это прикольно, и сам и не должен ни с кем не договариваться, но независимым тебя очень легко могут убрать, когда удобно кому-то. И вот тогда зародилась эта идея с маленькой командой. Да, мы объявим на следующее, мы подадим документы в ЦИК для регистрации. Я надеюсь, что у нас не будет того же опыта, который был у меня в 2019 году. Но мы оптимисты. А сейчас на каком основании? А я не знаю, и тогда не было основания, и тогда апелляционная палата сказала, тогда что вы нет, мешали что нет двум противоборствующим сторонам. Хотя и сейчас, мне кажется, речь идет об двух противоборствующих, да, сторонах, а всех остальных пытаются отдалить. Кстати, как вы относитесь к вот этой риторике, которая наблюдается во многом СМИ, что есть две силы, правая и левая, все остальные мешают? Я не знаю, почему мешают. Я говорил вам, что я сделал анализ по всем выборам, которые были с 1994 года. Например, в 1998 году было зарегистрировано 87 конкурентов на выборах. Тогда было где-то 33 независимых кандидата. Мы тогда считали, что у нас есть демократия или нет. То есть мы считаем, насколько больше появляются это демократические процессы или насколько меньше это более демократические. Мы хотим пойти... Чтобы у нас была только левая партия, одна левая партия, одна правая партия, как мнение. Или у нас, чтобы у нас была конкуренция идей. И более того, я хочу вам сказать, что я смотрел на этих днях предвыборную кампанию 2016 года, президентскую кампанию между Майей Санду и между Игорем Дадоном. Ничего не изменилось. Та же риторика, те же обвинения. Хотя 5 лет прошло, те же проблемы людей остались, те же села вымирают, тот же Днестр остается без воды, а риторика та же самая. И я очень хорошо понимаю, и мы с коллегами очень хорошо понимаем риски, на которые мы идем, что бы мы ни сделали, будет сателлит. Когда я шел независимым, я не был сателлитом. Когда поддержал Майю Санду, не был сателлитом. А мы что хотим? То есть мы как строим демократические процессы? Почему в 90... Ну как мы строим? Мы прекрасно видим, как мы строим. Одни спасают страну от иностранных, да, угнетателей, а другие ведут страну в Европейский Союз, спасая от Москвы. Почему разве в 98 году могло... И да, я и третьи уговаривают вступить обратно, сделать Румынию Марии и закончить эти 30-летние мучения. И никто не говорит, что
как я сказал, через 10 лет нам покажется люксом иметь воду в Кишиневе. В 98 году 78% населения участвовало в выборах. 78, да, и вы мне скажете, и вы будете правы, что много людей уехало. Но у нас на последних 5 парламентских выборах участвует 50%. 45-50% населения. А остальные 50% населения, они что, никого не интересуют? Я вам могу сказать, что если мы пойдем по принципу Бельгии, когда будет в бюллетене против всех, то у нас может выиграть против всех, потому что выйдет это 50%, которым они уже надоели. И я очень хорошо понимаю людей, когда я разговаривал с человеком в Хинчештах под 60 лет, и он говорит, ты меня убеждаешь, я в себя уже не верю. Я в себя не верю. И я знаю, что людям надоело. Людям надоело право, лево, СУС, ЖОС. Надоело. А вот когда говоришь, что 234 туалета в Градиницах, Крешах, в яслях и в детских садах. В яслях и детских садах в 2021 году, когда Илон Маск пускает 51 сателлит по небу, а у нас еще 234 туалета в фунду градиней. Мы о чем говорим? 200 тысяч лей стоит построить туалет? И у нас 200 тысяч лет нет в бюджете райсовета? 30 лет. Кстати, вот это я хотела спросить. 30 лет мы в этом году празднуем молдавской независимости. Да. Такой у нас юбилей. Вроде бы для человека возраст уже каких-то успехов, понимания, осознаний. И мы как государство можем похвастаться успехами, пониманием, осознанием? Нам было подарено государство. Ну, это понятно, это нам знакомая цитата. И мы не знали, что с ним сделать. Я думаю, что вот, когда Молдова стала независимой, мне было 11 лет. Сейчас моей дочке 11 лет. Да, уровень качества жизни повысилось. Оно есть. И качество жизни, и удобство, и то, что мы можем выезжать, и то, что мы более свободны, и то многие повысились. Но я не знаю, если мы намного богаче, чем были. И я не знаю, что в будущем, вот, разрушив все предприятие, весь маленький бизнес, у нас есть будущее, если мы не просто не остановимся и скажем, что стоп, давайте заново, давайте мы выучились на своих ошибках, и давайте подумаем, где наши главные приоритеты, потому что так дальше не может быть. И я думаю, что есть люди и в публичной администрации, и в местной администрации, и в партиях, которые это очень хорошо понимают. Но вот как-то так дошло, что за эти 30 лет решения принимали не люди, которые знают, и у которых есть хоть какой-то опыт, а кто-то другой за них принимал. И вот мы дошли до ситуации, когда я говорил, что машины в космос летят, а у нас еще туалеты не во всех школах, а на улице. Кадрян, то, что вы говорите, это правильно. Но вот я вам могу привести свой пример, своего опыта, что когда-то я программы снимала с депутатами, где они спорили с друг другом по поводу одного или второго законопроекта, какие необходимо добавить и сделать там изменения. А последнее время, к сожалению, так получилось, что нам приходилось обсуждать, кто с кем составляет альянс, кто против кого будет дружить, и кто какие схемы, в какой закон о бюджете или в какой другой закон пропускает. Мы не спорим сейчас об идеях, они не спорят о том, что стало лучше, а стали выяснять совершенно другие вещи, абсолютно. Я хочу понять, вот те предложения, которые будут звучать сейчас, на парламентских выборах, они будут касаться конкретных предложений по улучшению жизни граждан, вы сможете объяснить людям, что не самое страшное для нас не НАТО, не Москва, а наши бедность. Местные, наши самые страшные для нас? Или не сможете вы это объяснить? Поэтому... Или продавят пропаганда очередной раз? Мы будем на это работать. Опять же повторюсь, я прошу прощения за это, что когда я представил план, я представил на 20 лет. Ничего не измениться не может за один год. И я, может, скажу банальную вещь, но Молдова — это не про электоральные процессы. Нам все обещают из четырех лет, нам все обещают и больше пенсии, и больше зарплаты. Если бы мы сложили все, что нам обещалось, мы бы жили лучше, чем в Германии. Молдова — это каждый день, и проблемы, которые должны быть решены каждым днем. Я понимаю, что нельзя за день изменить конституцию, нельзя за день, я не знаю, но за один месяц можно сделать, чтобы у нас было меньше туалетов,
в яслях, детсадиках. Меньше туалетов на улице. За один год у нас можно сделать, чтобы изварили риурилор, как изварили. Источники. Источники рек были освобождены, и чтобы у нас были реки. Можно сделать, если бы хотелось. Можно сделать. И я очень надеюсь. Я не участвовал в дебатах до сих пор. Я не знаю, что это дебаты. Я, конечно, как наивный молодой человек, надеюсь, что будут дебаты по аргументам, по предложениям. Ты предлагаешь 8% сельского хозяйства, я предлагаю 3%, потому что это даст... Вы наивны. Но я наивный, я знаю, что этого не будет, потому что в последние две недели я то, что делал, это я просматривал дебаты и надеялся найти аргументы для одной или той позиции по реформе. Но не нашел ничего, вот, кроме как сателлит, спойлер... Москва, Бухарест, НАТО и так далее, и так далее. Нет, еще вас спросят, это... дом, если у вас есть машина, сколько стоят ваши часы? А можно я отвечу сразу? Да. Часов, пожалуйста. У меня нету и не было никогда. Не любите часы? Не люблю носить часы. Телефон у меня с 2013 года, тот же телефон не меняю. Тот же дом, нет дома, а квартира, и та же машина. Вы решили вопросов некоторых журналистов сейчас, прям вот непонятно, что они вас будут дальше спрашивать. Наверное, тот же вопрос. Та же машина, тот же дом, и не разбогатели. Хорошо, тогда, наверное, заключительный вопрос. Может, он вам покажется таким абстрактным, но вы вот приводили пример, я тоже когда-то его приводила, но вы сейчас говорили о том, что вашей дочке 11 лет, а вам было 11 лет, когда Молдова получила независимость. Что бы вы сейчас сказали вашей 11-летней дочке или пообещали, как взрослый, ответственный, желающий что-то изменить, чтобы к тому моменту, когда ей будет 40 лет, она будет жить где? В Молдове? И если да, то в какой Молдове? Я постараюсь ответить коротко, но я хочу сказать, что у меня была возможность остаться и в Румынии, потому что я там учился, я учился и в Берлине. У меня была, я могу инструировать... Проходил обучение в более чем 40 стран. Но я решил вернуться в Молдову. Я не знаю, хорошо это или нет, но я хочу жить здесь, и я никуда не собираюсь уезжать. Я не хочу быть фальшивым, сказать, что да, я мечтаю, чтобы моя дочка с термине факультета заканчивала факультет. Госуниверситет. Потому что как родитель, единственная дочка, я бы хотел, чтобы дать ей лучшее образование. Но то, что я могу ей обещать, что я сделаю все возможное, чтобы хоть ее дети остались, и у них были хорошие образования здесь, в Молдове. И я... не тот человек, который скажет, что за 4 года это возможно. Нет, проблема накопилась столько за 30 лет, что их решение ни в одной партии, ни в одном лидере, и за один электоральный цикл их не решить. Спасибо большое за то, вам что спасибо. Вы сегодня пришли к нам на программу. Руслан Кадрянов, председатель партии «Сила народа». Я надеюсь, что... Я не знаю, будем ли мы проводить дебаты, но, возможно... Я сойду с ума в какой-то момент и скажу, а давайте на свободной площадке и дебаты тоже проведем. Чем черт не шутит? Ну вот я вам сейчас хочу в заключение сказать, что мы открыли кошелек наш на Патреоне. На следующем видео, под описанием видео, я надеюсь, мы уже поставим ссылочку. И если вы хотите поддерживать то, что мы делаем на свободной площадке на территории свободы, пожалуйста, помогайте нам. Как там говорилось, становитесь нашими патронами, да? И мы будем делать гораздо больше еще программ интересных, свободных, без цензуры, той, которая нам навязывается некоторыми... чрезмерно усердными чиновниками в нашей стране. Еще раз спасибо, господин Кадрянов. Спасибо большое. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Всего хорошего.